У меня сегодня настроение красной помады. Я года три не красилась, наверное, красной помадой. А, и, кстати, у меня сегодня еще мой кожаный плащ. Наконец-то на мне. Я дождалась этого сезона. Теперь вылезать из него не буду. Ну, немножечко масочкой, конечно, себя подрихтовала. Ну, в принципе, без масочки смотрюсь очень даже ничего. Настроение сегодня с утра было такое паршивенькое. И я решила себя немножечко подкрасить. Я думаю, что ничего там, да? Девочки, кто спрашивал, что за помада? Это Нарс карандаш. Сейчас цвет покажу вам. Вот такой. Я их обожаю. У меня несколько цветов.